Всем привет, с вами Лафи и Настя. Поздоровайся. Всем хэштеги. И сегодня мы гуляем в очередные голодные игры. Ну что ж, приступим. Но сначала интро. Итак, игра началась, ребята. Бежим к сундукам. Да нафиг! Сколько людей тренировать? О, каменный меч, не пьяный, да? Картошка. Так, я знаю эту карту очень хорошо, ребята. Вы, надеюсь, помните, как мы тянулись. А алмазный меч я потерял на этой карте. Так, ребята, вот этот сундук. Там еще на дереве. Алмаз! Ура! Может, я... Это будет продолжение этой части, да. Это не бронюшку. То сейчас сзади какой-то надо. Вот это тачка. Прикол сейчас такой алмазный мечом. Ну да, мечты, мечты. Вот так вот и вот так вот, ребята. Так, господи, не лагай, только пожалуйста. У меня алмаз. Если дальше будешь, не убивай меня, лаги, у меня алмаз. Так, о, давай, вот если у этого чела будет алмаз, то все будет в шоколаде. Ну давай, давай, залагала у тебя, да? Залагала? Походу не только у него. Чувак! Что ты делаешь? Я останусь. Опа, чирик. Это ты. Зажигалка. А мне она будет нужна в моей путешественной программе. Я убрал просто. Ну, кушай. Может, это так легко? Я не знаю, где огонь. Возьми вещи. Чувак, а где огонь? Проблемки? Возьми вещи. Надо пожрать, чувак. Какие нафиг вещи? За нее чуть не умер мой алмазик, чувак. Кстати, я знаю, как эту серию уже назвать. Мой алмазик. А если я еще выиграю, то вообще кто-то будет. Где люди? О, я видел. Что? What the fuck? Их трое! Главное не в теме, главное. Печаль, они в теме. Чувак, они в теме, что мне делать? Подпали. Перекрой выход огнем. Сдохни, сдохни. Я сзади бьют как бы. Лалки. Я сейчас всех троих замочу вас. Ну что, а ты что хочешь? Хочешь тоже сдохнуть, да? Я такой, да, няня. Во, как мастер гуляет, ребята. Учитесь, школа номер 33. Лук, глянь, стрелы есть? А как, блядь? Конечно. А ты что, думал, тут стрельли? Может, ты покушаешь? Может, не командуй. Все сделала зажигалка. Спасибо тебе. Я наконец-то прошу. Реально, меча нету? Так, мне нужна твоя железная броня, чувак. Чувак, сори, но ты покойник. Может, это так? Я не успею его догнать. Это такое пальное. Но меч появился. Да я знаю уже! Как бы. Не жив! Жрать не позволено в моей школе. Опа, чувак. Всю броню ложу сюда, чтобы никто меня не убил. Так, надеюсь, меня сейчас не будет лагать, если все меня обратно вернется.
случайно не положить. А может, это меня, на меня челы сейчас все кидают, а? А, нет. О, опа. Вот это, конечно. О, круто. Чума. А где мои сапожки? Все, я готов. Все, я красивый. Я красивый, как бабушка моя. Где все дети? Да, главное в моей жизни только. Да ну нафиг опять? Опять? Ты уже их не возьмешь, не испари. Если сейчас растапнутся сундуки, то... Уже рестартнулись. Я забыл чат включить. А прикол такой. Какой нафиг дезматч? Да ну. Давайте мне штаны. Как бы садни штаны. Вот давай железно. Осталось только шлем. Остался. Капец. О, давай. Вот сейчас будет шлем. 100%. Уверен? Уверен. А, ладно, положи. Тортик. Нафига мне торт. Поставишь его на дезматч. Сколько? На дезматч поставишь. Будут все жрать, да? Да. Ого. Ого. Тут по-любому будет. О! На самом конце. Повезло. Железный топор. Там алмазный топор. Близко. О, он слабенький, господи, не упоня. Вот топорик есть. А за Спарту! Кажется, я тебя не заметил. Мы еще встретимся. Мой юный подаван. Да прибудет с тобой несчастье. Ногу сломать, и я его там уже довольна. Да ну! Серьезно, мой подаванчик? Он только сейчас заметил. Он торт поставил! Вот что делает торт! Торт убивает! Фух, последнюю секунду. А еда! Так, пошел нахрен. Алмазный меч! Пошел отсюда. Пошел нафиг. Да что, меня все бьют? А, ребята, в той девке реально повезло. Фак! Бывает такое подлагивает после... Когда играл на Скайлакс. Ох, капец, ребят. Алмазный меч после этого. Уже после этого он у меня на спорте остался. Да. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если вам понравилось... Ставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Пока. Всем пока, друзья.